Итак, сейчас у нас 7:30 утра. Я просто в 6:55 прилегла за 5 минут и уснула на полчаса. Уже собранная, готовая, это я ждала, пока дозарядится телефон. В 9 у меня кератин в центре, поэтому сейчас пойду что уже быстренько и пойду на кератин. Спустя минут 40 я в центре. Я забыла, что такое общественный транспорт. По итогу на прогулку у меня остается 45 минут. Мне кажется, нет ничего лучше ощущения, чем гулять так рано утром по городу, когда пусто, никого нет. Пить вкусный кофе. 100 лет не было, кстати, в серфе. Последний раз, когда мы жили в Сочи. То есть год назад. Потому что в Иркутске его нет. Кофе стал вкуснее, потому что мне серф никогда особо не нравился. А здесь прям вкусный. И сейчас пойду уже в сторону кератина, а вечером еще приедем. С девочками уже погуляем тогда. Посмотрим, что тут есть новенького. Мы пойдем в новое заведение. Ну как новое? Просто мы где-то еще не были. А так оно уже не новое. Ой, моя любимая лаванда. Здесь я делала ногти на свадьбу. И в принципе здесь хорошо делают. Это чисто будут влоги просто максимально сумбурные. Какие-то такие выкладки из всего этого отпуска. Но. Хотелось просто кайфовать, поэтому я снимала что-то такое максимально, не знаю, интересное. Не знаю, как сказать. В общем, гуляю и наслаждаюсь. Поездка, кстати, получилась такая с логом «Фотографирую глазами». Не знаю, мне так. Я так давно не была в центре, но вот сколько здесь, я только первый раз сюда попала именно ножками. И он такой красивый. Самый любимый центр здесь и в Иркутске, к удивлению. Потому что в Иркутске улица Карла Маркса, которая центральная, она тоже очень красивая, и по ней тоже классно гулять. Прям летом вообще наслаждение. Поэтому хожу и фотографирую глазами. Я не привыкла смотреть камеру и смотрю постоянно на экран. Поэтому мои глаза, наверное, будут всегда где-то не в кадре. Мне, кстати, сейчас вот сюда надо прийти. Так что пойдем. Ой. Когда немножко приблизилась. Теперь мне надо вспоминать, как ходить здесь пешком. Потому что мне надо с
спуститься ниже. Здесь произошла авария такая вот. Просто немножечко обвалилась. Я надеюсь, пока я тут пройду, оно не обвалится еще больше. Ну, я гуляю нормально. В общем, небо туда вниз. Так что такой болтательный видос получился. В планах у нас еще сходить на бассейн, отдохнуть, пару кафешек заглянуть, просто гулять, сходить на море. Как-то так. Может быть, покатаемся еще на катере. Но не знаю, потому что немножечко стремновато выходить в море сейчас. Но в любом случае, не знаю, мой любимый отпуск из трех. Мы были в этом году, вот наша третья поездка, такой насыщенный год получился, начало года, по крайней мере. Мы были в Таиланде, потом через 2 месяца в Китае и через месяц вот с небольшим здесь. И везде классно, но я говорю мужу, что мне здесь нравится больше всего. Он такой: отлично, значит, зачем куда-то летать, если можно просто поехать в Севастополь. Сейчас мне надо перебежать дорогу. Тут одна сторонка, поэтому это сделать несложно. И вдоль такой красоты вот так вот я иду. Ну это же просто вид. Мед. Жизнь мед. Нравится? Вот, кстати, эта дырка, которую я только что показывала сверху. Спасибо, троллейбус. Вон там получается, и вот так вот обвалилась. Здесь у нас морешко. И я иду вот в то здание. А по поводу, кстати, всяких девчачьих дел в Севастополе. У меня здесь есть абсолютно на каждую девчачью процедурку свой любимый мастер. В Иркутске я ходила уже, не знаю, ко скольки, но все не то, все не так. Не знаю. Здесь я знаю, куда и на ногти пойти, несколько вариантов. Притом, мне как-то всегда везло, что я особо не выбирала. Я ходила к многим мастерам тоже здесь. И в плане именно того, как выполняю эту работу, претензий не было. Я надеюсь, будет слышно вообще. Да, были претензии немножечко на поведение мастеров, точнее, в отношении к записи. Но именно в плане работ, вот ко всем мастерам, практически, которым я ходила, ногти делают все вот прям классно. То же самое ресницы. Я знаю, к кому пойти, я знаю, кто мне нравится это делать. И как-то всегда я попадала как будто бы на лучших мастеров, потому что вот салон, куда ходила на ногти, он прям очень классный, и мне нравится следить за его развитием, как они развиваются, то есть это реально, ну, по моему мнению, лучшая студия, испугалась, лучшая студия в Севастополе, также и студия ресниц, также волосы, куда я хожу, поэтому это грустно, что в Иркутске такого нет. Какое вот тут окно красивое, и за окном море. Тут увидимся уже с ровными волосами после кератина. Не знаю, как будет. Раз. Спасибо.
Значится. Как выглядит подготовка к рилсам? Камера не повернулась. Вот так вот готовимся мы, значит, рилсы снимать, да? Нормально? Ничего. Зачем еще коляска нужна, как бы? Выключился. Ну, снимем на мой 14-й. Снимаешь? Я уже снимаю, конечно. Там может быть камера повернуться. Ну, тебя нажимаешь 3 раза, она повернется на тебя. Боже мой. Здравствуйте. Якорник. Давно хотела вам сказать. Я не такой интонацией вам это сказала. Просто делимся секретами. Якорник. Собрались три мамки. Так, я вообще-то перевернула, а она не перевернула. Блогер, блин. Не могу. Да, давайте. Так, на что? На мой можно. Давай на твой телефон. Нет, давай на твой телефон и на камеру. Я что, тех не брала, поэтому... Давай на твой телефон, так уж и быть. На мой 14-й вот этот, беспроводной. Беспроводной, обычный. Обычный 14-й айфон. Обычный семестр. Да, настраиваю. Пока дети спят. Контент делается. Хотя дети тоже нужны для контента. Просто смотрю, кто делает. Собачки, котики и дети. Ну, смотрела я сейчас, я думала, видео Сириус, он там для Ванечки приходится. Нет, не скинула, она сейчас не скинула. А сегодня вечером мы пойдем? У меня забрали канал. Вон туда. Вообще, там на имя 90. 90. Там, где, короче, 90 подписчиков. 90. Соточку будем отмечать. Я тоже по Богдану говорю, вообще-то вот так вот все успешно стопочкой. Снимают. Сначала 10, потом 100, соточку потом 1000, с топочкой. Потом это. Девочки, ну что, мы готовы? Мы готовы. Все, извините, ну, видео потом, туда. Потом готовы, включимся. У нас важное дело. Пока. Снимаем рилсы. Это лайв-контент. За кадром. Главное, чтобы не было видно. У меня было видно. Это не включилось. А кто должен включать? Кадры, кадры, кадры. Назары. Она не там сделала.
Кадбери. Это мой новый друг, которого мы купили в поездке. И, собственно, нам остается только добраться до аэропорта и улететь домой. Я, кстати, заболела. Поэтому видео из Крыма подошло к концу. И видео из путешествий тоже. Так что как-то так. Всем спасибо, что вы смотрели этот видос и были с нами. До новых видео серых будней. Беги. Увидел тебя, нет? Не знаю, надеюсь, он осознает вообще. Он какой-то нерадостный. Да, ну. Да.